Тесты на знание правил дорожного движения, оказание первой помощи пострадавшим и умение управлять самокатом. Эти и другие испытания ожидали участников единого дня безопасности. Около 100 школьников в возрасте 9-10 лет разделились на группы и приступили к прохождению 10 станций с различными заданиями под руководством опытных кураторов. У младших детей прям глаза, правда, горят. У них такой интерес в глазах. Я просто стою, их даже вместе собрать не могу. Им везде побегать, везде просто хочется им. За правильностью выполнения задания следили сотрудники госавтоинспекции. Команде, набравшей наибольшее количество баллов, вручили памятные подарки. Дорожный калейдоскоп «Квест-игра», она прежде всего направлена на закрепление и еще раз повторение правил дорожного движения для всех участников, пешеходов, велосипедистов, водителей, пассажиров. Мы, сотрудники госавтоинспекции, сотрудники образования, надеемся на то, что мы этим самым помогаем им справиться и не допустить нарушений правил дорожного движения и не попасть в дорожно-транспортное происшествие. В начале каждого учебного года во всех образовательных учреждениях проходит единый день безопасности. В рамках этого события для детей проводятся мастер-классы, квесты и пешеходные экскурсии, направленные на обучение правилам дорожной безопасности и закрепление знаний. Сентябрь, начало учебного года, традиционно является временем с повышенным травматизмом на дорогах. Статистика показывает, что растет количество травматизма детей. Вот, и как раз, чтобы привлечь внимание общественности, детей в очередной раз научить и показать правила безопасного поведения на дорогах, мы собрали такое областное очное мероприятие. Обучение правилам дорожного движения проходит в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Августина Охременко, Валерий Майоров, «События».